Дресс-код. Вот смотрите, это свадьба без дресс-кода, а вот с дресс-кодом. Ну и еще они отличаются тем, что на одну на самом деле потратили миллионов на 5 больше. Но это не важно. Важно совершенно другое. Пара заморачивалась, наняли там организатора, обсуждали меню, обсуждали площадку. Из-за декора вообще чуть свадьбу не отменили. А тут кто-то из гостей в рубахе цвета заветренный винегрет. Ну, не надо так. Соблюдайте дресс-код. Это важно.